Мы идем сражаться. За наши земли, за наши семьи, за нашу свободу. Мы идем сражаться. Дакс, вот приятный сюрприз. Это утро полно сюрпризов, Леонид. Нас обманули, их всего пара сотен. Тихо! Это вся их армия. Мы слышали, Спарта хочет воевать и пришли на подмогу. Если вы крови жаждете, добро пожаловать. Ты ведешь против Ксеркса эту горстку воинов? Я был неправ, думая, что Спарта может выдвинуть армию, не уступающую нашей. Так и есть. Ты вон там чем занимаешься? Я пастух, царь. А твое, аркадиец, твое ремесло? Я скульптор, царь. Скульптор. А ты? Я пашу землю. Спартанцы, каково ваше ремесло? Видишь, друг мой, я привел больше воинов, чем ты. Он не спит в эту ночь. Царь не может сомкнуть глаз. Все 40 лет своей жизни он целеустремленно двигался к этому сияющему мигу судьбы, когда яростно столкнутся копье со щитом, а меч с костью, плотью и кровью. Он сожалеет лишь о том, что так мало воинов пойдет с ним на смерть. Кто-то преследует. Причем от самой Спарты. Царь, смотри!